вы уже догадались, мы сегодня будем проверять целых 2 рецепта лизунов от наших подписчиков. Мы собрали очень много рецептов, большое вам спасибо всем. Ну а мы приступим. Егор будет проверять рецепт от Анастасии Ивановой. Для этого мне понадобится бурная кислота, клей, гуашь и блесточки. Первым делом мы наливаем клей, а теперь краситель. Вот какой у нас цвет получился. Теперь мы наливаем борную кислоту. Она у нас разведена водой. И перемешиваем. Как мы видим, у нас лизун вроде бы уже получается. Мы будем его доставать и перемешивать руками. Прежде чем его брать в руки, я смазал руки маслом. Давай перемешивай его и покажи. Мы считаем, что наш первый лизун от Анастасии получился. Посмотрите, как он растягивается. Он немного щелкает, я бы сказала. Вот такой у нас замечательный лизун. Если он к рукам прилипает, то он сразу же отлипает. Давайте проверим, как он у нас кликает. Как хорошо он кликает. Да. И вот такие у нас получаются... Блинчики. Блинчики, да? Растягушки. Розочка, конечно, не сильно выходит, она у нас растекается. Последний ингредиент по рецепту у нас блесточки. Да, вау. Сколько много, какой он красивый у нас. Да, он очень красивый. Звездный слайм мы его назовем. Да. Ну а прежде чем начать второй рецепт, мы, как всегда, проводим челлендж. Успей подписаться и нажать на колокольчик всего лишь за 5 секунд. Поехали! 5, 4, 3, 2, 1. Ну что, успел? Пиши об этом комментарий. Ну а сейчас мы передаем привет и покажем наших победителей предыдущего конкурса. Для второго рецепта от Таи Мирзоевой нам понадобится строительный клей. Мы взяли Момент Столяр, потом жидкость для контактных линз, пена для бритья. Мы еще клей разбавляем водой, у нас он густой. И еще, я думаю, нам пригодится сода. В рецепте не было написано, но жидкость для контактных линз работает только с содой. Так что мы ее возьмем на всякий случай. Ну и краситель желтого цвета. Добавляем клей, разбавляем его сразу водой. Перемешиваем. Пену для бритья теперь добавляем. Немного. Пены не должно быть больше, чем клея самого, иначе лизун у вас не получится. Добавляем краситель. По рецепту не было указано, но мы решили его закрасить. Чуть-чуть, небольшое количество мы добавляем соды, перемешиваем и сразу добавляем жидкость для контактных линз. Еще чуть-чуть соды добавим. Пока с ним ничего не происходит. Еще жидкости для линз. Какая-то реакция есть, но еще не то. Вот, видите, ребята, он уже отстает у нас от стенок. Теперь мы его будем перемешивать руками. Посмотрите, как он растягивается. Очень даже хорошо. Хрустит он. Классно. Вот такие классные у нас сегодня получились лизуны. Вам спасибо, девочки. Вы очень прислали интересные рецепты. Слаймы классные. Голосуйте, какой вам понравился, желтый или зеленый, да? Пишите в комментариях. Мой рецепт советую всем. Он получился. Мой рецепт тоже получился. Советую. До следующей проверки лизунов. Пока-пока.